Подписчики, только что вышел эпизод мультиверса 39 пар 4. Мы уже все надеялись, все люди, то что, бля, ну должна уже быть 40-я. Ну чё, господи. 4-я. Им 6 минут. И пар 4. Это отсылка на 74-ю серию, мне кажется, небольшая здесь. И давайте смотреть. Сквиди Тойлет бай да фак бум. В одной серии было слово фак перекрыто. Фьючер вот. Он показывает фьючера. Голден фьючер. Фьючер Клокмана будущего. Мэл 07. Фьючер, давай долей. Ох, родненький ты ж мой. Это так знал, что здесь появится Клок Спайдер, и он будет связан с Клоком будущим. А он паутину его в такую энергетическую засосал. И замазал там за все. Это Мэл? Бедный паучок. Что за убожество? Это Мэл 07. Он даже бедного паучка убил. Вот. Не убил. Нифига резкое такое перемещение. Спикервумен бьет с ними. Кэс нам показали опять битву на базе. Ай, больно вообще-то. Наверное. Вот на. Фантазмен и Блэк Спикер бьются с Билли. Спикервумен бьется с кем? О, Вильям. Спикервумен бьется. С кем она бьется? А с мутантом полицейским? С мутировавшим мутантом полицейским. Вот. Вот он. Дрель герой. Ни хрена. Ассасин, я уверен, это ассасин. Да, ассасин. Я же забыл про то, что здесь есть ассасин. Фига, ассасин просто. А если он сейчас убьет Вильяма? Жесть, жесть, это прям. Жестянка, тянка. Нифига тут у них драка. Подписчики, жесть вообще. Вообще жесть полная. Вильям. А, они дерутся за баганой в этой вселенной. Потом мы разберем полностью эту серию тщательно. О, все, вот Дрелвумен освобождена, наконец. Это кто это? Опять Палайс Мутант этот полицейский. И кто его убил? Спикервумен? Ой, Каспикерон. Дрельвумен. Я так давно дал Дрельвумен освободя Дрельвумен. Девочку дрель. О, герой, давай, падай вниз. Не падай, нет. Ой, Клоквумен его. Новая любовь. Билли, он жив. Вильям! Убирайся от него. Все, Вильям сдох, наконец-то же. Билли не позволит своим друзьям умереть. Проклятие же им всем. Он что-то на балл похож. На него не считать. Инносек. Невинные, это война. Проиграли. Что мы делали русский? Never existed. You
killers. Убить невинных. Что он смотрит? Опять попал в лес. Помочек. Невинные. We lost N. N. Interiors. We lost. In the cans. In the cans. This is a war. Lost. An interior race. An interior race. Невинные — это война. Мы потеряли целую расу. Потеряли целую расу. And yet. And yet. And yet. И все же. Ассаси. Ассаси. Нет, I kept it. Сази согласился. SN Z is N. Все правильно? Z. А, не is. Z. N. N. Акт of war. Акт of war. И все же Ассази принял это как акт войны. Ассази. Ожидаемый ответ. Думаешь, если вы не даете не убивать детей? Каких детей? To kill children? Children. Children. What? What?
What are you talking about? About? Never там было. Never kill children. Never. Дран. Воспитатель. О чем ты говоришь, когда говоришь о том, что никогда не убивал детей? Когда не убивали детей? Не слушай его. Он жжет. Дрянько отвлечь тебя. Я же не буду пытаться, все равно. Ну что? Они ушли куда-то? Билли, иди. Для меня все кончено. Спасайся. Что там? Чем перемотал? Билли, go! This over for me. Save yourself. Он станет своими друзьями. Это агент Дом Студио. Давайте сейчас мы полностью разберем. Клок будущего стоит и ожидает прихода L07. L07 пришел. Когда он пришел, вылез спайдер, клок, и начал стрелять шипами. И стрельнул Мэла паутиной. Дальше он полностью закатал Мэла в паутину и ушел вместе с ним. Но вдруг спайдера кто-то выстрелил и убил. Это был Мэл 07. Из будущего сказал, что это плохо там убивать спайдера. Но спайдер вот выжил. Началась битва. В итоге который у них была битва. Пикервум дралась, спалась с мутантом. Адриэн, Ассасин, Ассасин Скрит, дрался с Вильямом. Пикервум тоже дралась, спалась с мутантом. А, нет, она с Билли. А, спалась с мутантом. Вдруг его кто-то шип. Вдруг Тивиумен подбегает Билли, бьет рукой о пол, и Тивиумен убивает у воды. Бьет под ней рукой, она успевает вернуться. Мы видим два телевизора. Она спасает Клок Вумен, ой, Дрель Вумен. И они телепортируются куда подальше. Куда подальше. Дрель Герой пытается освободиться. Ивантуза лечит Клок Вумен. Билли встает. И кричит Вильям. Вильям был... Так как Вильям был критически ранен, но с ним это абсолютно плохо. Не позволяет нельзя мне лечь. Что скроем, для него пожертвует. Он уронился. Проклятие всем. Невинные, это... мы потеряли целую расу. Ассасин соглашается, дай мне ответ от ИИ. Что такое ИИ? Думаешь,
gives you the permission to kill children? Решение. Это сразу вылез такой, чё, блин? Ну, в каждой бочке записка. Дети, что ты говоришь? Мы не убиваем детей. Мы никогда не убивали детей. Не слушай его. Нужно так скажу. Тут шло. Началось взрывно все. Но и они ушли. И вдруг все начало ломаться. Много Билли, и ему присоединился дом агент. На этом все закончилось. Ну, думаю, можно заканчивать на этом видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем.